Всем здорово, всем привет, всем здорово, всем привет. Ну что ж, стекло я уже поставил, поставил здесь, кроме этих болтиков, еще, как положено, вот эти самые резинки под низ подложил, и сверху, и снизу, чтобы оно не дребезжало и нормально держалось, и было не под большой нагрузкой, как порекомендовал в свое время продавец. Значит, что я хотел у вас спросить, так как здесь людей, понятное дело, грамотных, больше и творческих, чем на том канале пока что, во всяком случае, точно, там вообще мало подписчиков пока. Кстати, заходите, там я буду свои покатушки выкладывать всякие. Значит, смотрите, решил, остался у меня такой чудный радар-детектор, ой, нет, какой радар-детектор, регистратор, видеорегистратор, остался от автосика, который я планирую воткнуть на этот мод. В общем-то, чтобы не покупать ничего нового, модель мне тем более нравится, по обзору, по обхвату вообще классная. Кстати, ссылка тоже будет где-то там на канале внизу под видео. Значит, смотрите, можно, конечно, сюда его воткнуть, поставить, но это, мне кажется, не вариант, потому что вся грязь с дороги, весь мусор будет лететь. Начал пробовать, как и на машине, где-то вот здесь вот к стеклу цеплять. Вот здесь вот получается, в принципе, довольно неплохой вариант. Вот, и стоит ровненько, и обзор я посмотрел нормальный. Единственное, что меня несколько мучает такой вопрос, как же его все-таки правильно будет здесь закрепить. Значит, сейчас я переключу. Нет, не переключу. То есть вот он у нас получается вот так вот стоит здесь, так, вот впритык сюда. Как раз камера получается посередине тогда. Вот здесь вот и приборную панель не закрывает, вообще огонь получается. Вот как предложите его здесь закрепить? Наклей, конечно, можно тоже, но это, мне кажется, будет немножко жестоко. И не хочется корёбить приборную панель будет. Вот, и стекло само. Вот так вот. И обзор вообще огонь получается. С него тогда видно нормально, ничего не перекрывает камеру. Вот здесь вот. Хотел бы попросить у вас помощи, чтобы вы предложили, как этот регистратор можно здесь закрепить. А свои идеи пишите внизу под видео в комментариях. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Заходите на мой тот канал, там будут всякие мои покатушки по разным интересным местам, где я бываю. На Моцке, не только на Моцке. Значит, канал это будет называться. Вот здесь вот я сделаю ссылку на него. Значит, или здесь. Короче, где-то здесь. Подписывайтесь на канал, внизу в комментариях пишите, куда вы думаете лучше всего, как, точнее, вы думаете лучше прикрепить видеорегистратор. Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео на нашем канале. До скорых встреч. Пока-пока.